То есть, и пока что невядома, у вас, по крайней мере, нема информации, ці будуть змяняться неяк тарифы тягом наступного года? Ну, я не полномочен отвечать на эти вопросы. Добро, а кольки отсотков мы зараз платим? Вот, от... У меня нет такой информации. Ну, почему-то вас наказывал президент вот за те тарифы, которые были наброшены. Давайте по сегодняшнему совещанию. Ну, а почему? Собственно говоря, мы говорим о тех вопросах, которые вам нужны. Меня вы открыли. Конечно. Мои двери всегда открыты по тем темам, которые относятся к компетенции Министерства внутренних дел. Добро, скажите, Кайласка, те отказались от плана к 2018 году 100% оплаты?